жалко, что у меня сейчас нет с собой компьютера с построениями, но, с другой стороны, никто не мешает вам самим все эти построения сделать. Отметили середины сторон, а после этого все остальное стерли. Повторяю, у пятиугольника отметили середины сторон, после чего все стерли, кроме этих самых конечных середин. Задача – восстановить кражу. Имеется в виду кражу всех кругов. Восстановить пятиугольник, если вам показали середины сторон. Когда мы знаем эти расстояния между этими центрами, мы знаем, вот смотри, когда есть пятиугольник, пока будем рассматривать случай выпуклого. Тогда мы знаем, вот в любом выпуклом пятиугольнике есть второй пятиугольник из диагонали. Ничего не получится. Надо применять только что рассказанную тебе задачу. Вообще, ребят, когда вы читаете какие-то книжки по математике или там занятия, обращайте внимание, очень часто вам пытаются помогать. Это вам кажется, что все на вас нападают. А на самом деле авторы большинства книг все-таки стараются забыть, а то и учителя тоже пытаются иногда помогать, честное слово. Вот, соответственно, подумайте. Предыдущая задача была, она не просто так. Я не просто так вспомнил задачу по пятиугольнику, а потому что я вот подумал, что хорошая иллюстрация для вот предыдущей. Предыдущая задача, помните, да, про отрезки АВ и отрезок В, да? В штрих Х. Циркулярная линейка, конечно, может если вы думаете, что АС параллельно стороне, ничего подобного. Нет, ребята, у вас вот неправильное представление о том, что можно узнать направление сторон. Вот смотрите, вот представьте себе АС, ну казалось бы параллельно, да? А вот интересно, БД этой стороне параллельно? Вот, а СЕ этой стороне параллельно? А ведь если бы там было обязательно параллельно, то и здесь было бы обязательно параллельно. Нет такого закона. Ну что, сдаемся? Вы получили точку x2. Каким свойством обладают вот эти два отрезка? Равны и параллельны, правильно? Да. Отлично. Догадайтесь, дальше что будем делать? То же самое с другими. Видите, кажется? Надо продолжать это построение. Надо продолжать работу. Постарайтесь красиво нарисовать. А знаете подсказка, как нарисовать красиво? Надо вот этот отрезок отложить его сюда. И потом отложить его сюда. Сначала отложите вот эти факультетные отрезки, по очереди с этой стороны и с этой, понятно, да? А уже потом проводите соединение. Обратитесь нам на рисунок и начните рисовать. Ребята, сейчас упражнение для всех. Итак, от вас что требуется? Взять сначала нарисовать пятиугольник. Нет, у вас направление потерялось.
подождем. Отлично. Построить пятиугольник, зная точки x1, x2, x3, x4, x5, x6. Быстро надо представлять себе, что пятиугольника у нас нет. Да, что? Надо разделить пополам расстояние между точками x1 и x5. Неправда, не x5. 6. x6. То есть вершина многоугольника, искомая вершина многоугольника, это, вы правильно сказали, середина отрезка x1, x6. Вот эта точка, это есть та самая искомая точка.